Баруха та Адонай Элогейну Мелех Гаалам, Ашер Бахарбану Миколь Геймим Венатан Лану Эт Торато, Баруха та Адонай Нотен Гатора. Благословен Ты, Господь, наш Владыка Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам Тору. Благословен Ты, Господь, дарующий Тору. И все народ скажет Амен. Так, итак, сегодня у нас недельная глава Торы Мешпатим. Значит, это Шмот или Исход 21, 24, ну, в общем, с 21 по 24 главу. Мешпатим обозначает законы, судебные предписания, уставы. Вот. И в этом отрывке Торы записаны такие, ну, следующие постановления Божьи. О рабах и повреждениях человеку, о кражах, возмещениях, о вдовах и сиротах. Различные запрещения о праздниках, о пресноках и первых плодов. Здесь также говорится об ангеле Господнем, который будет хранить и направлять народ, об освящении завета и о том, как заканчивается этот отрывок Торы тем, что Моисей поднимается на гору. Вот. Основная часть этого отрывка, вот 21 глава, 22, 23, практически все это, как говорят, чистое здоровье, это чистый закон. То есть здесь все идут, значит, законодательные постановления. Вот, значит, те, кто считает их, и говорят, всего-то в законе около 613, не около, а 613, я, честно говоря, не считал, но, значит, такая цифра, она существует. Вот, и здесь идет с 42 по 92, то есть всего 53, значит, таких законодательных постановления. Вот, и 42 из них, 53, я не знаю, может, ошибся, 53 из них, 42 касаются отношений человека и человека. Вот. Что напоминает нам слова Иешуа о том, что важнейшее в законе – это суд или, ну, правосудие, да? Значит, милость и вера. Вот. То есть закон – это не просто там что-то там закон, это суд, милость и вера. Вот, значит… И в этом отрывке мы сегодня рассмотрим, в этом отрывке, кстати, очень интересный отрывок. Он интересен тем, что здесь встречаются как бы два понятия, которые, ну, как бы не все различают. Здесь такое понятие, как закон, да, и завет. Ну, с заветом мы уже встречались в Бытии, это завет с Авраамом, да, а здесь появляется закон. Вот. И знаете, я, честно говоря, переживаю, когда, люди говорят, что, ну, вот у нас есть, значит, Брит Хадаша новый, это Писание у нас, да, там, значит, Танах и Брит Хадаша. Значит, когда люди говорят, ну, вот это вот, мы живем вот здесь, вот, да, а вот это, вот, ну, это же оно же ветхое, оно уже ветшало, оно уже типа, ну, как-то уже не такое актуальное. Поэтому давайте мы будем вот больше будем изучать вот эту вот часть, да, на эту меньше. Вот, значит. Ну, сами понимаете, это неправильно. Вот, и я об этом немножечко буду говорить позже. И вот в рамках Танаха, да, значит, мы изучаем Тору. Вот, то есть это Пятикнижие Моисеева. Значит, и в рамках Пятикнижия Моисеева мы встречаемся с законом и встречаемся с заветом. Значит, закон, он устанавливается, он был дан, вернее, еврейскому народу в рамках завета. Вот. Мы знаем, что заветов было несколько. Вот. Это был завет Бога с Ноем, да? Значит, потом был завет с Авраамом, потом вот Синайский завет уже, третий завет, и, соответственно, потом, ну, если не считать завет с Давидом, значит, еще завет Новый завет, который нам принес, который был установлен через кровь и через крест Иешуа ха-Машиаха. Значит, если мы вспоминаем, значит, завет, вот этот завет, который мы будем сегодня рассматривать, а 24 глава сегодняшнего отрывка, да, значит, ну, с 21 по 24, в 24 главе там говорится именно о завете, о том, что, значит, установлен, Бог установил завет со своим народом. Вот, значит, это завет, который, значит, был в развитии завета с Авраамом. Если мы помним, да, Бог обещал Аврааму, что от него произойдет великий народ, да, значит, о том, что этому народу будет дана земля, о том, что Бог будет этому народу Богом, о том, что Он благословит Авраама, соответственно, и через него, и свой народ, и в нем благословятся еще все племена земные. И вот пришло время, значит, и народ вышел, тот народ, который Бог обещал, вот он уже есть, да. Теперь пришло как бы дальнейшее развитие этого завета, вот, значит, Синайский завет. Вот. И для того,
значит, чтобы Бог мог дальше работать со своим народом, для того, чтобы Бог мог исполнить свое обещание о том, что дать землю, да, и благословить там свой народ, значит, народу надо было как-то жить, понимать, как жить вот сейчас вот в странстве, как жить потом там на этой земле. Вот. И в рамках этого завета дается закон. И мы как раз сейчас вот рассматриваем, как бы вот когда закон только начинает даваться. Вот. Ну, он начал даваться, если мы помним, первое упоминание о законе есть в 15 главе, значит, Шмот, Исхода. Значит, там, где, когда они пришли в меру, написано, там был дан народу закон и уставы, то есть закон и судебные предписания, так бы закон, предебные предписания. Мы не знаем, какие там были даны законы, там просто об этом сказано. Ну, мы понимаем, что они потом в дальнейшем они были, значит, рассмотрены, ну, прошли через всю Тору, и мы в конце концов мы их знаем. Значит, потом, значит, вот после 15 главы на прошлом разборе Тори мы рассматривали десятисловие. Да? Значит, десятисловие или декалог. Значит, и это тоже входит в закон. И сегодня мы идем дальше. То есть начинается уже с 42 по 53. Вернее, 42 по 92 предписание или закон. Вот, значит, но мы знаем, что не весь закон был дан до 24 главы, правильно? То есть мы знаем, что закон давался и в Левит, закон давался и, значит, во Второзаконии, да? Вот, значит, но мы также знаем о том, что этот закон был потом уже перед входом народа израильского в землю, он был что сделан? Обновлен. То есть еще было обновление. То есть то же самое, что произошло в 24 главе, когда заключался, значит, завет, значит, Завет был обновлен. Итак, значит, закон Моисеев, или он звучит как Тора, это означает учение, которое делится на три части. Вот содержит в себе нравственные законы, на которые должны ориентироваться, значит, израильтяне, гражданские законы, регламентирующие социальную жизнь, и обрядовые законы, определяющие форму и ритуал поклонения Израиля Господу, включая систему жертвоприношений. Что давал закон? Вот, что давал закон? И почему он дал? Он цементировал, он скреплял, значит, Израиль как народ, и он как бы создавал систему, которая была расположена вокруг Господа. То есть мы даже, если мы посмотрим прообраз стана, да, то есть мы увидим, что внутри, значит, стана находится скиния, что обозначает присутствие Божие. Да? Дальше поставлены, значит, Божьи начальники, ну, мы знаем, там, 10 начальники, 50 и так далее, значит, судьи, значит, и так далее. Вот. И потом, когда, то есть это все, да, которые руководствовались законом, да. Потом, когда они пришли в землю обетованную, значит, соответственно, мы видим в центре, значит, ну, в начале это тоже было, значит, скиния, вот, мешкана, значит, потом храм, и вокруг него находятся города, селения, в которых тоже есть судьи, в которых есть левиты, которые обучают закону. Да? И, значит, вся жизнь Израиля, она была построена, значит, вокруг Господа. То есть все было нацелено на Господа. Это реально был Божий народ. Ни одного такого народа нигде никогда не было. Это был народ, созданный Господом для себя, для того, чтобы быть царством священником. И этот закон, он позволял не только жить, он был справедливым, да? Он также позволял познать природу и характер Бога, его святость. Сами знаете, как прийти с помощью жертвоприношения. Люди понимали, Бог, он не такой, как мы. Что-то должно произойти в нашей жизни, да, для того, чтобы мы могли к нему приблизиться, иметь с ним отношения, чтобы он нас услышал. Он открывал волю Бога относительно того, как люди должны жить, какие они должны иметь отношения, и подчеркивал вечную истину о том, что если люди будут послушны закону и Богу, значит, то, соответственно, тогда у них будет благословение в этой жизни. И вот еще, может быть, один момент, значит, который я хочу сказать, а который, как бы, ну, меня, как бы, тоже, как бы, для меня важен. То есть, если мы говорим вот о
законе, то есть если говорим, что они приходящие, да, ну, некоторые имеют, есть такое мнение, да, что, ну, что закон же прошел, же, он, это был закон, и завет, это был Ветхий Завет, теперь у нас сейчас Новый Завет, да, мы теперь живем вне закона. Но тогда мы зададим себе вопрос, почему Иешуа сказал, что не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить я пришел, но исполнить. Очень, очень важный момент. Знаете? То есть Иешуа сказал, я пришел для того, чтобы то, что говорилось в законе, да, и то, что было утверждено Ветхим Заветом, чтобы оно, мне больше нравится такой перевод, оно было наполнено истинным содержанием. И все, что, вообще все трения и все конфликты, которые проходили у Иешуа в рамках Брит Хадаша Нового Завета, они происходили с людьми, вот, которые как бы представляли собой закон и наполнили его не истинным содержанием, а именно религиозным содержанием. Ведь Иешуа, он имел прекрасное отношение с народом, он всегда народ его искал, да? Он имел, к нему с уважением, в принципе, относились и власть придержащая. Вот, значит, но единственное, кто его ненавидел и гнал, были люди, которые, соответственно, говорили, что главное – суббота. Пусть там у него рука отсохнет, значит, пусть там он умрет, да? Вот, но чтобы в субботу ничего делать было нельзя. И Иешуа даже хотели убить за то, что он исцелял в субботу. Вот, мы знаем это. Вот, поэтому закон, вот в моем понимании, мы должны размышлять над тем, что Господь нам сказал и через что, какие принципы Он хотел дать нам через закон, да, и что говорит нам, и какие принципы заложены во всем Танахе, для того, чтобы мы могли исполнить это уже в Брит Хадаша, уже в Новом Завете. Для меня, вот я, когда я размышляю над, скажем так, ну, именно над темами законодательных постановлений и так далее, вот, я как бы больше стараюсь увидеть вот эти вот бриллианты, да, то есть для меня это бриллианты Божьего Слова, вот, которые, эти принципы, да, которые Иешуа, когда произносил свою Нагорную проповедь, вот, он сказал, вы слышали, да, об этом, вот. Но я говорю вам, что оно должно быть понято даже, оно должно быть еще больше очищено, да, еще больше граней на нем должно быть, то есть для того, чтобы мы увидели всю красоту, всю истинность и всю глубину того, что было сказано в так называемом Ветхом Завете. Он не обвешал. Принципы Ветхого Завета, они просто перетекли, перешли, они перешли в Брит Хадаша. Вот, и в дальнейшем, когда, и в дальнейшем об этом будем говорить, ну и вы видите, когда комментаторы Торы об этом говорят, мы постоянно, ну, как бы перебрасываем, да, значит, туда-сюда, именно, значит, Танах, или значит, Тора, вернее, значит, Брит Хадаша, Тора, Брит Хадаша, они соединены между собой, и они питаются друг от друга, понимаете, это все соединено, это все живое. И вот, если мы с этой точки зрения будем рассматривать теперь вот этот отрывок, значит, ну, смотрите, глава 21. «Вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром». Вот. Здесь надо понимать, что в Израиле не было рабства в классическом смысле этого слова. Вот. Если мы помним, когда строили храм, то кто строил храм? Рабы или нет? Нет. Мы помним, что строили израильтяне сами. У них были наряды на работу, да, там отправляли кто-то к храму, значит, они там сплавляли, значит, кедры и так далее. На них были наложены большие налоги, вот, и они строили, значит, этот храм. То есть в классическом смысле, значит, рабства в Израиле не было. Вот. И здесь больше всего, когда говорится о рабах, хотя рабы были, то есть они из другого народа тоже попадали. Но вот если мы читаем весь Танах, мы видим, что как бы рабство не играет такой роли, да, то есть именно от рабы, то есть как социальная сила, как это в Риме, например, было. То есть в истории Рима мы знаем, проходят, да, вот эти восстания Спартака, например, там и так далее. Да, в Израиле этого не было. Там не было рабства в классическом этом, как бы, понимании. Вот. Здесь больше, именно в данном отрывке, больше говорится о преступниках, которые проворовались, да, вот, и которые не смогли оплатить, значит, своего того, что они, значит, того, всего ущерба. Вот, и судьи посмотрели, что им платить там множество лет, вот, поэтому, значит, его продали в рабство.
А ущерб возместить, пострадавшему. Вот. И вообще задача закона была не столько наказывать, сколько, как сейчас это, да, сколько возмещать ущерб. Вот. И по, если вот мы посмотрим дальше 21 главу, мы увидим, что преступник, раб, да, он помещался в семью. Вот, значит, семья, ну, достаточно состоятельная, которая могла позволить себе, значит, его приобрести. Вот. И эта семья уже заботилась о том, чтобы он с помощью трудотерапии вот, избавлялся, значит, от дурных наклонностей. Мало того, здесь, значит, здесь мы увидим, значит, что владелец раба брал на себя ответственность, я говорю в целом, я рассказываю об институте рабства, значит, брал на себя ответственность и за его семью. Вот. То есть он, семья, то есть вместе с рабом могла прийти и семья. Ну, то есть жена его там и дети. Вот. И они не умирали с голода. Понятно, что они там работали, конечно, на этого хозяина. Вот он своего не упускал. Но, по крайней мере, семья не оставалась, не оставалась оставленной. Вот. Значит, ну, в Израиле, если мы посмотрим, вообще-то, ну, и пророк, ну, вообще по всему Танаху, мы не увидим упоминания, в общем, по большому счету, об каких-то тюрьмах, да, о таких заведениях, которые есть сейчас. Вот. И несмотря на то, что вот, современное государство, особенно европейские государства, да, которые мы считаем цивилизованными государствами, которые выросли из христианства, вот, значит, несмотря на то, что это, ну, во многом государство с христианскими корнями, да, и в законах, сегодня мы говорили на учебе, и в законах, ну, во многом проходят вот эти вот христианские, мы видим христианские корни, да, вот, значит, ну, заложены понимания христианские. Тем не менее, вот этот вопрос, он остался нерассмотренным. То есть, как бы больше, я так понимаю, больше перешло пенитенциарная система государств европейских, она перешла больше нам от Рима, чем отсюда. Хотя христиане, то есть, если бы, то есть о чем я хочу сказать, что если бы рассмотрели более глубоко вот эту вот работу с преступниками, то, наверное, бы можно было бы по-другому. Я не говорю там продавать в рабство. Но я так думаю, что если бы рассматривать вот эту вот идею, да, вот именно такого воспитания, то не понадобились бы нам тюрьмы, не понадобились бы нам войска МВД, которых мы знаем только в Украине несколько сотен тысяч, понимаете? Вот, и ну, когда я читаю, сколько у нас этих заведений у нас в Украине, только вот по одной области, я знаю, там 13 женских колоний в одной области. Думаю, вау, понимаете, ну, то есть мы даже не представляем, насколько это много, понимаете, насколько это много. Это реально очень много. Вот, и из-за того, что, я так думаю, что из-за того, что эти моменты, понимаете, они не были осмыслены христианством в полном мере, да, вот, к сожалению, мы сейчас и, имеется в виду, наши граждане, да, те, которые сталкиваются, значит, с системой исправительных заведений, вот, оно не столько их исправляет, правильно, вот, и сколько оно их не исправляет, и мало того, что не возмещается ущерб. Вот, например, тоже в исходе, так, 21-22, да, смотрим, 21-22. Значит, здесь говорится о том, значит, что если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, да? Вот. Ну, мы знаем, что есть такие понимания, ну, понятно, что это неправильное понимание о том, что якобы Бог Ветхого Завета был очень такой серьезный, такой очень... суровый был такой, злой, да, а в Новом Завете он подобрел, он, ну, подумал там, осмыслил, подобрел. Понимаете, ну, сами мы понимаем, что это не так, понимаете, здесь что-то другое. Если мы начнем рассматривать, значит, более глубоко, значит, что, о чем здесь сказано, то мы увидим, что здесь тоже говорится о том же принципе возмещения ущерба. То главное в законе это было, вернее, ну, в таких вот судебных таких вот постановлениях относительно ущерба, главное было возместить ущерб. И поэтому никто не собирался там рвать глаза или отрубывать руки, потому что тогда бы человек, ну, не возместил бы он ущерб. Это здесь говорилось о принципе соразмерности наказания. То есть если вырвал, ну, каким-то образом выбил глаз, значит, судьи оценивали, сколько это глаз... насколько меньше он заработает человек без этого глаза, да, и человек должен был возместить этот ущерб. Если он не возмещался, соответственно, его продавали там в рабство там, или что-то с ним там делали еще каким-то образом. Ну, по-моему, ну, весьма справедливо. Аминь. Так, исход 23, сейчас остановимся, исход 23, 4-5. «Если найдешь вола врага твоего или осла твоего заблудившегося, приведи его к нему. Если видишь осла врага твоего упавшим,
под ношею своей, то не оставляй его, разъючь вместе с ним». Ну, интересное, да, такое как бы место, где говорится об отношении к врагам. Вообще хочу сказать, что отношение, значит, Тора, она воспитывала, и закон, соответственно, значит, они воспитывали, значит, ну, не воспитывали, так вот, не воспитывали ненависти к своим врагам. Вот, мы видим это по этому отрывку. Вот, и мы видим также, в Левитах 19:17 сказано: «Не питай в сердце твоем ненависти к брату твоему». То есть даже здесь говорится о сердце: «Не питай ненависти к брату твоему». Но в то же время мы знаем, что Иешуа говорил в Матфея 5:43: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших». Нам иногда, имеется в виду верующим в Иешуа, иногда закидывают то, что здесь Иешуа как бы говорит не по Писанию. Понимаете, что такого в Торе не сказано: ненавидь врага твоего. Действительно, в Торе не сказано. Но Иешуа говорит: вы слышали. Понимаете, идея ненависти, несмотря на то, что Тора, она, ну, как бы запрещала или говорила, что не надо этого делать, она все равно она существовала, и она присутствовала в жизни еврейского народа. Поэтому Иешуа говорит: вы слышали об этом? Вот Псалом 6:11: «Да будут постыжены, жестоко поражены все враги мои, да возвратятся, постыдятся мгновенно». Понимаете? Да, Божий человек, понимаете, любящий Господа, значит, ну не мог от этого избавиться. Это было у него, понимаете? Вот, в другом месте он говорит: «Полную ненавистью ненавижу их, враги они мне». Ну, здесь говорится о врагах Господа. И, значит, Давид говорит: враги Господа, враги мне. Но ведь Иешуа, он говорит, ну, идти дальше, понимаете? То есть мы рассматриваем вот этот бриллиант, да, новую огранку. Он говорит: а я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, даже римлян тех же самых, даже мытарей, понимаете? И мы знаем, что, значит, Иешуа, он очень доброжелательно относился к тому же римскому сотнику, к тем же мытарям, да, вот, значит, и обедал даже с ними. Вот, поэтому, говорит, я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих и гонящих вас. И говорит, и именно это делает людей совершенными. Поэтому Иешуа, он не извращает здесь, значит, Торы, понимаете, он просто говорит о том, что именно о том, вот этой духе ненависти, которая, тем не менее, присутствовали, и мы это реально видели, потому что, ну, как к нему относились те же самые, скажем так, высокодуховные лидеры израильского общества, да? Они хотели просто его хотели убить, там, побить камнями, там, ну, сделать все, что угодно, в конце концов, они как бы добились своего, ну, так им казалось. Вот. Вот. Итак, дальше. Теперь глава 24. «И написал Моисей», ну, здесь я только останавливаюсь на некоторых, вы же сами понимаете, да, здесь всего-то порядка 53, значит, заповедей, я остановился на некоторых, которые мне показались важными. «И записал Моисей все слова Господни, и встал рано утром, поставил под горой жертвенник 12 камней, значит, по числу 12 колен, и послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжение, и заклали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови, взял в чашу и другую половину крови, окропил жертвенник, и взял книгу завета, и прочитал вслух народу, и сказали они: все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». То есть принцип наасе венишма, простите, я не очень хорошо знаю, вот, ну, то есть сначала сделаем, вот, а потом поймем, для чего мы это сделали. Этот принцип, поверьте мне, даже в Брит Хадаша, он вполне уместен. То есть когда, например, я просто говорю самый такой яркий случай, когда молодой человек или молодая девушка говорит: я хочу вот выйти замуж или жениться вот на человеке не из нашего народа. Значит, ну, Бог говорит: только из нашего народа. Ну почему? Ну, такой хороший, такой классный, или такая классная, такие формы, такие глазки. Да? Все, мне так нравится. Вот. Но Бог говорит: ты сначала сделай. То есть ты пойми, что нельзя это делать. Вот этого не надо делать. А потом разберешься. Понимаете, я на своем веку, вот в моем доме живет женщина, которая, к сожалению, она не послушалась. Да? Вот она была в хорошей общине, вот не послушалась. И поверьте мне, это был не жизнь, а ад. Понимаете? То есть это просто явное непослушание. То есть сейчас принцип то же самое действует у нас. Значит, наасе венишма. Сначала сделаем, потом исполним. И что я хочу сказать здесь именно о завете. То есть здесь мы говорим, когда мы говорим, собственно,
Ну ладно, в общем, это мы пройдем, потому что я куда-то уйду снова. Да? Вот, значит, и что последнее хочу сказать, значит, этот отрывок заканчивается тем, что Моше поднимается на гору. Вот. Вообще, понимаете, вот этот принцип поднятия на горы, он очень важный для нас. Понимаете, это супер важный принцип. Вот сегодня Сережа вот говорил вот о служении, да, наш лидер прославления. Он говорил именно вот о служении, прославлении, поклонении, да, вот, ну, о том, что мы делали здесь пред Господом. Вот именно и пели мы песни о том, что мы поднимемся к Тебе, Отец, да. Вот, то есть этот принцип, это прообраз вот этого поднятия на гору. Поднятие на гору Моше, поднятие на гору народа. В прошлый раз мы рассматривали вот это поднятие на гору. Понимаете, важно подняться на гору к Богу. Зачем? Чтобы встретиться с Ним. Правильно? Для того, чтобы познать, увидеть Его, какой Он великий, красивый, сильный, всемогущий, любящий, да? Вот, желающий благословлять. Ну, красивый Бог. В общем, Бог... Вот, понимаете, очень важно. То есть тот, кто встретится с Богом, значит, он не останется неизмененным. Именно из людей, которые встречаются с Богом, вырастают служители, вырастают лидеры, и при том лидеры общин, лидеры городов, лидеры наций. Вот, это настоящие Божьи лидеры, понимаете? Поэтому очень важно. Бог очень хотел, чтобы с ним встретился весь народ. Вот это вот мы в предыдущем отрывке это изучали. Но не получилось, они побоялись. Вот, они не встретились. И что получилось в результате? В результате получился путь длиннее на 40 лет. Да? В результате, ну, вначале получился телец, то есть не встретившись с Богом, не увидев Его, не познав Его, какой Он есть, очень легко потом сотворить себе кумира, сотворить себе того Бога, который удобен для тебя. То есть мой Бог, Он в сердце. Ну, вот я его туда поместил, как матрешку, понимаете? Вот. И тот, он мне очень удобен. Вот я могу, что хочу, тут делать. Притом я себя чувствую вполне таким, знаете, чистым, святым, совершенно. Я иду на небо. Вот он у меня в сердце. Община? Зачем? Не надо, не говорите. Я у себя дома. Библия? Зачем? Я знаю, какой Бог. Он у меня в сердце. Понимаете? Это то же самое, это то же самое телец. Когда мы сотворяем себе тельцов, то приходит гнев Божий реально. Как он пришел в жизнь, значит, еврейского народа, так он приходит и в нашу жизнь. Потому что Бог говорит, я не такой. Вообще-то, понимаете, какой ты там себе придумал. Ты думаешь, что я такой, не-не-не, ты ошибаешься, я другой. Поэтому очень важно встретиться и встречаться с этим Богом. И для нас вот этот прообраз поднятия, он должен пройти через всю нашу жизнь. Даже встретившись один раз. Ну, что значит встретившись? Ну, у всех по-разному. Я встречал людей, которые реально видели Господа, да, там, Иешуа. И сейчас вот это человек, он большой епископ, у него, ну, огромнейшее служение, да. Я видел, не видел, мы знаем, что можно встретиться с Господом в духе, да, в молитве личной, в молитве общей. Можно встретиться с Господом во время поклонения. Поэтому я вижу сердце Сережи, которое он зовет нас, говорит, ребята, пожалуйста, говорит, приходите на эту встречу с Господом, на эту молитвенную гору, на это поклонение. Приходите, первое, своевременно. Второе, приходите какие? Праздничные, в чистых, омытых одеждах. Да? Не просто так, не вырывайтесь так из контекста бытия, да, и сюда примчались. Вот. Приходите встретиться с нашим Господом. Давайте поднимемся, воспоем Ему. В 99-м псалме написано, входите в ворота Его со славословием, а во дворы Его с хвалою. Да? То есть, встретитесь, да? А потом уже, когда вы встретитесь с Ним, слушайте Слово, наслаждайтесь Словом, наслаждайтесь, общайтесь, наслаждайтесь друг другом в понимании того, что вы дети Божьи. Друзья, давайте пожелаем себе, вот, да, чтобы мы все-таки встречались с Господом, чтобы мы не прошли мимо этой встречи, понимаете, чтобы мы не сотворяли себе кумиров, вот, чтобы Господь был всегда тем, кем Он есть на самом деле. Вот, святым, прекрасным, нашим небесным, любящим Отцом, да, сотворившим небо и землю. Вот, именно тем, кто Он есть на самом деле. Аминь.